Привет, народ! Была идея одеть платье и поздравить вас с новым 2023 годом. Писала сценарий несколько дней. Все полетело к черту. С утра открываю Телеграм, открываю новости. На Украину опять летят ракеты, опять жертвы, опять жилые дома, гостиницы, города. И не хочется никакие сценарии что-то говорить по ним. Провожаем, без сожаления, 2022, самый страшный год в моей жизни, точно, а весь 22 год надо мной было мирное небо. Непроходящий ужас сопровождал весь 2022, и мы даже как-то научились с этим жить. Встречаем 23 год с надеждой на победу света над тьмой, свобод над несвободами, демократии над тоталитаризмом. Принимаем 23 как факт. Поздравлять язык не поворачивается. С Новым годом, ребят. Пускай он нам всем принесет мир, мир, свободы. Хорошо бы, если мы в 23-м опять заново могли бы хотя бы попытаться быть счастливыми. С Новым годом!